Здравия всем, вы на канале Марка Елены Дерегетти. Мы поехали домой. Вот прощаемся с Киавенной. И мы видим, в общем-то, много домов, которые закрыты на... вот, видите, вот один из них на ремонт, да? То есть фасады ремонтируют, фасады утепляют. И государство платит за это. Государство дает рассрочку людям, потом за квартирную плату с них снимут. Едем потихоньку, потому что здесь где-то находится полицейский, что вот 50 нужно ехать. Магари Коста? Да, вот который один проехали мы. Но он снимает нас сзаду. И товарищ... Мезе. Луи е оригинарио ди кви, ди Мезе. А, вот он отсюда. Он здесь в школу ходил. И родился, правда, он в городе. Ну, видно, там одна больница. А они, кстати, здесь, где родился, где больница стоит, там, значит, ты и родился. А не то, что у нас из деревни едут в город рожать, а пишут, записывают, что ты родился в деревне. Ну вот как-то так. Ой, товарищи, ну я, значит, ну как бы вот с памяти еще дружу, не совсем, конечно. Ну вот я как говорила, что его зовут Клаудио, значит, его так и зовут. Сейчас у Марка переспросила. Вот, поэтому люди радуются, что государство все-таки помогает деньгами таким образом. То есть денег не дает, но оплачивает, например, если люди собрались, проголосовали, что им надо отремонтировать дом, утеплить, и подают заявку. Их там ставят в очередь и дают рабочие места. То есть вот фирму, которая этим занимается, все-таки они зарабатывают деньги, и это радует. Жизнь продолжается, да? То есть сами люди, может быть, обнищали, но вот государство на налогах таким образом им возвращает, таким интересным образом. Виноградников, кстати, здесь не видела, но вроде бы вино здесь делают. Видно, виноградники настолько маленькие, а может быть, они где-то там в горах на камнях, как у нас, поэтому мы туда не ходили, мы же по городу гуляли, а за городом не гуляли. Ну вот как-то так. Но продаются и дома, и квартиры, и виллы, и магазинчики, и даже мы гараж с вами видели в предыдущем видео. Вот так. Что вам еще рассказать интересного? Да вроде как и рассказывать особо нечего. Задавайте вопросы, если что. Может быть, я где-то что-то видела, но никак не... Вот они, дайны. Аморы, а висту дайны, папьяну. Да, дайны. Фигуру? Да. Оленята с рожками вьющимися и пятнышками на спинах. Конкозу. Конмаки и корнуты. Я говорю, рогатые. Рогатые дайны. Это, смотрите, выращивают алинаменто, то есть диких животных. Выращивают на мясо. Ну, такая дикость, но коров, свиней тоже выращивают на мясо. Вот видите, как по две собаки здесь гуляют. По две собаки. Одной собаки мало. Может быть, он, конечно, док-ситер, но вряд ли. Ну, все может быть. Сухое русло реки. Видно, когда дождь бывает. Интересные постройки. Ну что, солнце садится. Вернее, солнце уже за горами, а мы все едем и едем.
и день не кончается. 17:45. То есть встали рано, я в частности встала рано, у меня был клиент с утра, хоть и воскресенье, но вот так получается иногда. Идем людям навстречу, я в частности иду людям навстречу. Так что можете записаться также на консультацию. Консультация двухчасовая. Цену скажу на консультации, потому что если вы цените свое состояние и здоровье, если вам это надо, я вас жду. Если вы думаете, что обойдетесь, ну, выпадают волосы, ну, парик одели и дальше пошли. И причину не хотите искать, да? Помазали кремчиком. И вроде бы как и успокоились. Висто кива интрата. Гордона. Гордона. Вот они, коровки. Мука. А горы какие? Собака, собака, собака. Собака. Что она здесь делает на мосту? Здесь не сухое русло, но оно такое прям очень-очень узкое. В смысле, воды мало. А, вот, собаку потеряла она. Потеряла собаку, как она у нее из машины-то выскочила, непонятно. Да? Не следят за питомцами. Надо же на поводке держать, что ж прям на дороге-то. Ну ладно. Вот Эва. Говорит, могли бы ушли уйти в этот вправо. Но почему-то пошли прямо. Асфальт здесь плохой. Смотрите, дом без крыши. Зеленью заросло, уже внутри деревья внутри растут. Гордона закончилась. Здесь видите, как вот. Коссикяма коль поэзия. Коль. Просим. Mm-hmm. Сейчас он нам скажет. Колюки, колюки. Колико. А, direzione колико, ma non penso che è già colico. А. Perché colico è già sul. Dovrebbe essere già sul lago poi. Какие магазины. Все, что для ванной комнаты. А qui mi ricordo che siamo passati, poi siamo andati a. A San Moritz, questo me lo ricordo. Вот он нам рассказывал этот Клаудио про каскада, да? Водопад. И показал нам на видео этот водопад. Я говорю, ой, поедем, поедем. Марка так на меня смотрит, уже все глаза закатывает. То есть в этом году там погибла женщина молодая, да, ну, может быть, ей лет 25-30, вот так вот. Точно он не Сан Касиму, Касиму. Сан Касиму. Вот мы проезжаем Сан Касиму. И там водопад и заграждение, то есть можно смотреть как сверху, так и снизу, да. И она залезла наверх, то есть там ступени, все нормально, но есть заграждение, то есть вот такие поручни, да. Вот заграждение у дороги, ну вот такого вот плана. Она перелезла, сделала пару шагов, чтобы сделать на фоне этой воды фотографию с палки, сфотографироваться, подскользнулась, упала не там, а ну как бы вот с этого водопада, да, как вода падает, насмерть разбилась. Будьте аккуратны, потому что камни и вода — это нестабильно, то есть скользко. Смотрите, какая церковь. Церковь. Церковь какая.
ажурная вся. Ажурная вся. Я не приблизила. Марк хоть и едет потихонечку, но как-то с его стороны мне неудобно это все делать. Вот. А у меня уже и голос, похоже, дело подсел. Надо водички, что ли, попить. Так, Сан-Кассимо, вот. Кассиано. Сан-Кассиано, я извиняюсь. Ну, речь такая. Быстро же приезжаю. Сан-Кассиано. И включимся попозже. Вот здесь можно и позагорать, и поплавать, и покушать, перекусить. А я пока водички попью. Ну вот, водички попили, теперь можно продолжать. Не знаем, где мы проезжаем, чуть впереди. Так вот люди живут. Здесь вот кукурузы были посажены у них, они сейчас уже уборку сделали. То есть здесь вот из кукурузной крупы, как нет, из кукурузных зерна очень даже его уважают, да? Тоже вот видите домик, совсем печальный. Вот початки тоже кукуруз. Вот трактор это все дело убирает. Само лагу. Это лагу. Мы видим небольшую вот такую вот речку. Даже можно сказать. Ну да, наверное, это река. Типа Арыка. Камней здесь много, много строений античного такого характера, да, каким 100, 200, 300 лет. Из камня. То есть я вот не заметила, чтобы здесь были шале. Нунче шале ква, си, аморе, нунче. Вендиси. Достаточно часто встречается, что продается дом. Не могу сказать, что это хорошо, нехорошо, но вот это так. То есть, как факт констатирую. Какая хорошая такая пешеходная устройство, да, вот и свет здесь проведен, и широкое достаточно, то есть здесь и велосипедисты могут проехать, и на инвалидном кресле. Сумаджа, закончилась Сумаджа, вот он, Каскато. Так, сейчас я его приближу. Ну вот такой вот. Можно еще посмотреть. Все-таки здесь вот так достаточно широко. По сравнению, где мы живем, у нас там все-таки узко. Вот коровники. Все, что вот нужно, да, и зерно выращивают, и фрукты выращивают, и мясо, и даже мясо дайнов выращивают. Я с вами прощаюсь, желаю вам здоровья, удачи, долгих лет жизни.